1 сентября свыше 22 тысяч школьников из Одинцовского округа обеспечат бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Нововведение коснется учеников первых четвертых классов. Денежные средства будут направлены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Кроме того, в начале этого года в Подмосковье стартовал проект «Родительский контроль», в рамках которого родители могут оценить качество и условия питания детей в школах.